чундра, 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 чундра. Открой бутылку, а то рука мокрая. Что? Что я вышел? Ну, у тебя карман дырявый, печеньки сыпались, я шел, подбирал, пришел. Что? Кто я? Ну, меня все знают. Ну, мам, хотя бы ты. Не суть. А вот знаете, ребят, сейчас везде принято петь. Передачи «Голос» поют, «Минута славы» поют, даже «Метро» поют, поэтому... Вообще, как здесь оказался? Ну, я, короче, поступил в СГУПС, в общаге мест нет, я за правой кулисой живу. А почему ты решил выйти именно сейчас? Ну, я захотел пить, вышел. Пришли туда, вот чё-то. Ну чё, начинаем! Фрезы взял, билеты на хоккей взял, пену для бритья подаришь. Дорогая, а мне нужен ключ на 24, какой же взять? Накидной или разводной? Накидной или разводной? Какая разница? Вот! Чувствуешь, да? Варианты. Ну, по-моему, рисковато чуть-чуть, да? Или вот... Центра. Это же просто, елочка, бери любую и пошли. Дорогая, знаешь, мне бы хотелось какую-нибудь такую коробочку, чтобы я на всякие гаечки складывал. Так ты возьми старую банку из-под кофе и все. Дорогая, а может быть, сходим с тобой в магазин для взрослых? Я не пойду, Лерой, наверное, я устала. Пожалуйста. Так, сын, я тебе сказал, что если узнаю, что ты куришь, то у меня сигареты жрать будешь! Ну, пап, ну я еще журналы не доел! Короче, пацаны, такая пушка. Пришел я в парикмахерскую, говорю... сделайте полубог. Они говорят, может, полубог? Я говорю, да нет, полубог. Но мне просто полубог не очень идет. Вот полубог, полубожественно, прям. И чего вообще выперся? Ну, как бы я на кухню шел. А ведь это полуфинал. Открытый лиги КВН. Здесь без шуток по сцене не пройдешь. Дети, вы что думаете, вы у меня одни такие, что ли? Да ну, мне и кнопку на стул подкладывали, мне и доску мылом мазали, мне и бошку жгли, и память я теряла, и память я теряла, и за Навального я бюллетени вкидывал, и Сталина я подкуривал, и общий вагон в поезде Новосибирск Луна я придумала, и из вулкана Везувия я с горла отхлебывал. Из вулкана Везувия из горла я отхлебывал, я память потеряла. Короче, там вот такой 5D кинотеатр с звуком, прям сходите обязательно, прям очень круто. А помните, директриса-то говорила, на черта нам в школе бункер. И вот где сейчас я, а где она? А ты, Петров, помнишь, нафига мне уметь противогаз надевать? Ну что, тебе прикольно тебе паутину из рук шмалять?
И вот знаете, вот вы все думаете, вот если учитель уже тут тупой, а где математик, где физик, где геолог, где физрук? Да я здесь. Вот на ком школа держится. Опять выперся. Не, ну у вас сейчас КВН закончится, а у меня потом еще студ весна.